один, начали! Пятнадцать секунд прошло. Костик! Да. Костик! В девятой палате бабушке надо поменять мочеприемник. Шейна просила тебе передать. Да. Ты для ординатора очень много спишь. Ничего, Константин. Станешь врачом, выспишься, как Белоснежка в гробу. 45 секунд прошло. Я уже... Третье утро подряд у меня начинается с мочеприемника. Ничего, Константин, больше оптимизма. Ординатура — это не навечно. Да? Молодость тоже не на всю жизнь. Что я теперь могу людям рассказать? На последнем свидании я рассказал девушке об инвагинации тонкого кишечника. Она теперь даже на смс-ки не отвечает. Отличный способ резекции. Не нужны девушки, надо запомнить. А вешалка моя? Только клубничка осталась. Мне клубнику нельзя, у меня может быть отек квинки. Угу. Мы тебе гормоны подколем женские. Да? Тогда, если что, я предпочитаю жесткую интубацию. О, там есть бананчик. Есть где? Бананчик, вот. Это разве не бананчик? Да. Бананчик. А где моя птичка? Да, быстрее. Здесь была птица. Ребят, курица, которую я... Что? Вот сволочь! Вы... Эмма, не мешай! Ребята, ну... Не мешай! Ну что, я ее пошла и купила специально. Идет соревнование! Узелковый шов темный! Юрий, сейчас нарядит хирургическим швом! Ее надо паре натирать! Ну, подожди, чего святого? Подожди. Все! Могу руки убрать. Ты обещаешь не делать глупости? Ну, он умный мальчик, я думаю, он больше не будет делать глупости. Обещаешь? Обещаю. Да ты хоть понимаешь, как тебе повезло? Понимаешь, дурак? Люди со второго этажа падают и ломают себе шею. А ты с восьмого этажа упал и остался жив. Ну, ничего, да. Следующей свадьбы заживет, я думаю. Убийся ты! Что ж ты творишь, да? Это зря, не лейте. Я счетчики поставила. Да, я поняла. Простите, опаздываю на работу. А почему утюгом с паром не пользуетесь? С паром-то оно удобнее и быстрее. Опаздывать никуда не будете. Никит! Никита! Никит! Иду, мам, иду. Убери, пожалуйста, утюг и доску, ладно? Я спешу. Еще раз хочу вам напомнить про краны и воду. У нас под ванной старая подводка, может потечь. Не дай бог зальете соседей. Вообще, я не очень люблю сдавать приезжим. Москвичам, знаете, как-то больше доверяю. А зачем им квартира? Они же так москвичи. Ну, это другой вопрос. Я сейчас говорю о том, что я люблю и чего я не люблю. А у вас ребенок. Ну, ребенок-то у меня уже взрослый. В том-то и дело. Сейчас столько неадекватной молодежи. Хорошо, что вам организация снимает квартиру. Да еще больница. Вы знаете, это меня как-то сразу к вам расположило. Спасибо. Если муж курит, пусть курит на балконе. Там пепельница оборудована. Ваш муж курит? Курит. Он пока в командировке. Ну, я курение не одобряю, но... Бывают такие нервные профессии. У него что, нервная профессия? Да, нервная. Он позже подъедет. Подпишите мне, пожалуйста, вот здесь и здесь. Подожди, я с агентом это уже подписывала. Ну, агент – это агент. А если что-то случится, где я вас искать буду? Вот это ваш экземпляр. Так я ей позвоню. Это ваше право. Ну что, живите на здоровье. Главное, чтобы Москва вам боком не вышла. До свидания. До свидания. До свидания. Мам! Мам!
Почему ты так ответила, когда она про папу спросила? Не знаю. Не привыкла еще. Я привыкну. А что он пристал, как гестаповец, а? Знаю. Так. Ты почему хлопья не доела? Мам, ну, они невкусные. Ну, тебе надо правильно питаться, ну. Ну, нет здесь наших, ну, что делать? Найду. Кит, какой ты у меня красивый. Мам, все в порядке? Ой, мне бы только первый день продержаться, дальше легче будет. Так, ты в школу не опоздаешь? Успею. Ты помешала, ты вырвала мою фамилию прямо из рук. Напоминаю, коллега, мы сорвались на время. Да, Тамбовский волк. 2:03. Ага, иди, иди, да. Между прочим, мы спорили на скорость и на качество. Как же вы мне надоели, а? Да. Ну что ты делаешь? Смотри, как надо делать швы. Смотри! Какие должны быть швы, смотри! Смотри! Пусти ее! Чей шов лучше? Шов отвратительный, пациент мертв. Голова и внутренности отсутствуют от нее. Запекание под карри сорвано. Отличные швы, а пациент поступил без головы. Вот, молодец, Константин, всегда поддерживай своего учителя. Доктор Брагин, срочно в операционную. Он не может. Я не могу. Олег Михайлович. Пойдем, Константин. Пойдем отсюда. Эти люди тебя ничему не научат. Вас еще шейная искала. Здорово. Я выиграл. Константин. Константин. Мочеприемник не забудем? Пойдем, Костик, я тебя и в мочеприемнике поддержу. Что? Ты затягиваешь узелочек. И никак иначе. Понял? Учись. Круто. Надеюсь, мне это не пригодится. Господи, у меня обострение весеннее. И меня переведут в неврологию. Ну, это ты даже и не надейся. Так, ну-ка. Ну? 2. Я вашему Бриславцу дам взятку, и меня переведут. И шоколад. Мочеприемник? Это не мое призвание. Ну, во-первых, Бриславец не подкупен, так же, как и я. Так же, как и доктор Пастухов. А потом, ты вязать умеешь? Ну, там, носочки, шарфики, трусики с начесом. Нет. Учись, это тренируй пальцы. Брагин, а ты разве не закончил? Я до 8. О, отличненько. Как раз успеешь принять аспиранта. Марина, никакой общественной работы. За аспиранта будет доплата. Я как администратор тебе обещаю. Марин, аспирант – это ответственность. Я за себя это ответить не могу. А потом ты же сама говоришь, что я нестабилен. Шутить не надоело, Брагин? Нин. Знаешь, я так устал от скучных людей. Вот аспиранту и пожалуешься. А что там у нас с мочеприемником? Бабушка уже всю больницу прокляла в 10-м колене. В 19 лет. Поругался с невестой во время свадьбы и сиганул с 8-го этажа. В общем, у него сломаны нижние конечности, ребра сломаны. И тут все на месте. Еще легко отделался. Вызывайте Брагина, все-таки с 8-го этажа рухнул. Добрый день. Девушка, вы кого-то ждет? Жду. Старшего администратора Шейн. Знаете, она меня о вас говорила. А я ваш Брагин. Лариса Николаевна Куликова. Очень приятно. Одну минуточку. Варь, поднимись. Дай. Беги к Марине Сергеевне, скажи, что я на все согласен. Она знает, о чем я. Варь, поднимись обратно. Хорошо. Так как вас зовут, сказали? Лариса Николаевна. Значит, Лариса. Самое главное, это меня не злить. И тогда у тебя есть шанс узнать меня получше. Брагин! Брагин! А чего я должна орать на все отделение? Давай быстро в 3-й оперблок. Падение с большой высоты. Давай. Вот и займемся делом. Опыт в операционной есть? Есть. Отлично. Тогда постоите на крючках. Счастливо. Может, хватит трепаться? Иду, иду. Парень 19 лет, суицидник. Ага. А что вы стоите? У нас нужно бегать быстро. Кто быстрее до больного? Мы или смерть с косой? Оп.
Брагин. Все, успел. Слушай, парню крупно повезло. Он упал на рекламный щит, а оттуда на крышу парковки. У него переломы ребер, переломы голени, внутреннее кровотечение. Клавдия Ивановна, а что у нас больной не переодет? Олег Михайлович, все санитары заняты. Самодеятельность. Что с ним? Попытка суицида. В машине капельницу вырвал. Что-то у него случилось, по ходу дела с невестой в день свадьбы поссорился. Жених, что ли? Угу. Клавдия Ивановна, знаете анекдот? Пациент к врачу приходит, говорит, доктор, вы знаете, мне снятся сны на английском. Он говорит, ну что, уже проблема? Выучите английский. Через месяц возвращается пациент. Доктор спрашивает, ну что, выучили английский? Нет, я теперь с переводчицей сплю. Пульс мне не нравится, могут начаться перебои. А что пульс? Экстрасистола. Фибрилляция предсердия. Это что у вас? Женская интуиция? Где реаниматоры? Ну где мы? Где они все? Сейчас приглашу. Я бы сделала нокаинамид. Тихо. Здорово, парень. Я доктор Брагин. Не волнуйтесь, сейчас вам помогут, вам станет легче. Не станет. Тихо. Она не пришла. Что, жить не хочешь? Не хочу. Не буду. Слушай. Ну, это значит, тебе дважды не повезло. Первое – это то, что сразу не разбился, а второе – что попал в мое дежурство. Я тебе, парень, помереть не дам. А во вторую травму не заходила? Ну, такая маленькая, с большими глазами, беленькая. Ну что? Я не понимаю, куда она делась. Я ей четко сказала по телефону, подождите у стойки. Куда может человек пропасть? Ищите. Ищем, Михаил Иосифович, ищем. Да, а вы успели представить ее остальным? Да нет, конечно, она сразу потерялась. Ну так ищите, да? Ищем, Михаил Иосифович. Марина, пожалуйста, представьте ее коллективу, да, вежливо, тактично, да, ну вы же знаете, наш коллективчик, новый зам по хирургии, все. Да? А то начнется такое. Не начнется. Да? Вы что, наш коллектив не знаете? Не начнется. Начнется. Я знаю, что вы все хотели Брагина. Он замечательный хирург, от Бога. Но я его не назначу. Он никакой не руководитель. Совершенно с вами согласна. Да? Да. Ой, как хорошо. Безусловно. Хочу жить. Тихо! Жевать! Две ампулы дормиком не берите. Что ж ты творишь, парень? Кажется, жить без этого человека не можешь. Ему не нужен, значит, никому не нужен. Знаешь, а со мной такое же было, когда жена от меня ушла. Что, жена ушла? Я вот стоял на подоконнике. И мне нужно было сделать один только шаг. И выйти в окно. Один шаг. В никуда, в пустоту. Потому что как же жить-то на свете без любви, а, парень? Тихо! Бежать. А жизнь, парень, прекрасная и занимательная. И скоро ты сам этом убедишься. Готовься к операции. Чужую работу больше не делайте. Никогда. Ну что, дорогие коллеги, ваше место вот тут. А что-то беспокоит? Ну, вообще-то, раз уж я здесь, хотелось бы знать, какой план операции. Ваша задача – держать то, что я вам скажу, держать, и отпускать то, что я вам скажу, отпускать. Значит, у вас есть план. Вы сейчас все увидите. Константин, Костик, вы готовы? Я готов. Константин, вы же ординатор. Я должен слышать, как стучат ваши копыта. Я готов! Прекрасно. Можем скальпель?
И с пятой еще с двойным переломом. Хорошо. Как операция? Нормально, сердце здорово, остальное преимущество. Ты у меня умница. Ты самый лучший. Да уж, я такой. Ну-ка, давай. Ой, Полин, ну. Ой, прости. Так, попробуй. Ага. Петь, ты к Бриславцу ходил? К Бриславцу ходил. Говорил с ним? С ним не говорил. Почему? Его не было на месте. Так, ну, значит, нужно еще раз ходить? Обязательно. Тянуть больше нельзя. Не может же в больнице столько времени обходиться без аммопохирургии. Ну, не может, но обходится. Ты меня слышишь? Ну. Вкусные пирожки. Там капуста с яйцом. Восхитительно. Значит, тебе все равно. Потому что там мясо с рисом. Мне не все равно. Чижик, ты чего? Почему здесь написано «прободение»? Там нет никакого прободения, я не понимаю. Правда, прости, очень вкусное. Петя. Петя. Ну, скажи, почему мне неспокойно? Ты у меня самый лучший. Ты самый хороший врач в отделении. Ты добросовестный, ты ответственный. Ну, почему мне неспокойно? У меня нет уверенности в том, что замом по хирургии назначат тебя. Не почему? Знаю. Конечно. Зато я знаю. Я знаю, что Бриславец назначит Брагина, а не тебя. И это ужасно. Пилочка, Брагин лучше, чем я. Ну, что тут такого? Я сегодня у него выиграл курицу, но как врач и как организатор он определенно лучше. Следуя твоей логике, мне стоило выходить замуж за Брагина. Ну, как впечатление? Нормально. А где у нас паника? Вы же в первый день должны быть на грани обморока. А я на грани. Вообще, должен вас похвалить. Прилично работаете, без подсказки. Приятно. Спасибо. Сразу чувствуется база. Про давление подсказали бы хорошо. Ну, Константин, что же у нас происходит в операционном поле, а? Ослепите нас своими знаниями. Гемоперитониум в связи с перфорацией брыжейки тонкой кишки. Давление растет. Растет. Думайте, Константин, думайте. Сушить. Ну, давайте сушить, сейчас мы здесь все утонем. Надо проверить селезенку. В таких случаях может начаться... Вот у нас и началось. Отсос, Константин, отсос. Давление. Давление падает. Зажим. Держите. Держу. Шьем. Спасибо. Может, можно держать. Константин, мы все-таки ждем ваших комментариев. Почему остановилось кровотечение? Какой сосуд зажал ассистент? А? Сосудистая ножка селезенки. Черт бы я побрал. Слушайте, у вас прям мужская рука, а? Это, я так понимаю, наивысший комплимент. Двойка тебе, Костик. Далеко пойдешь. Я очень рад, что он на тебя согласился. Так что буду делать из тебя врача. Простите, Олег? Михалыч. Для тебя можно просто Олежа.
Олег Михайлович, вышла у нас путаница с вами какая-то. Вот отлично, сейчас распутаем. У меня конец дежурства. Пойдем пить кофе. Не хочется вас разочаровывать. Правильно, меня разочаровывать не надо. Я создан для неразочарований. Простите. Так, давай запоминай правило номер один доктора Брагина. Никогда не извиняйся. Решил стать врачом. Действуй. Лучше поздно, чем никогда. Это я выгляжу так поздно, что дальше уже никогда. Нет, ну, я имею в виду, шикарно выглядишь. Просто, ну, сама посуди. Олег Михайлович, я не ваша аспирантка. Как же, моя? Лариса Николаевна, Господи, слава Богу. Вот вы где, я вас везде ищу. Главный вас ждет, ругается, да? Кстати, вот. Спасибо, Олег, что согласился, хоть раз в жизни пошел мне навстречу. Вот, собственно, твой аспирант. Салам Магомедович Гафуров, доктор. Здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум салам. А это кто? Это Лариса Николаевна. Теперь заместитель главного врача по хирургии. Твой, так сказать, новый начальник. Простите, Олег Михайлович, вы мне даже слова не дали вставить. Ну что, это тебе уже не важно. Это нокаут. Давайте заново знакомиться. Куликова Лариса Николаевна. Брагин. Пустое место. Больше никаких аспирантов. Брагин. Ты обещал взять аспиранта. И мы не договаривались, что это будет женщина, а не Гафуров. Дежурство закончилось. Никакого Гафурова, по крайней мере, сегодня. Так не надо сегодня, давай завтра. Вот выспишься и возьмешь Гафурова. Доктор Гафуров – многообещающий молодой специалист. Он, между прочим, у себя в регионе выиграл конкурс, чтобы попасть к нам на стажировку. Молодец. Умница. Лариса Сергеевна, нам везут 18 человек. Массовое ДТП. Маршрутка столкнулась с Ауди. Одна беременная. Брагин, шел бы ты домой, а? Ты слышала? 18 человек. А ты можешь работать? Ну ты же на вторые сутки пошел. Нормально все, сейчас кофе выпью. Пошли. Нин, готовь все операционные, вызывай медсестер, врачей всех. Олег Михайлович, а мне что делать? Когда-нибудь в неотложке работал? Да, я научусь. Молодец. Иди к Нину в приемную. Пусть даст тебе работу. Хорошо. Карточки перебирать. Как карточки? Делай, что тебе говорят. Хорошо. Давайте я поделюсь. Не надо. Олег Владимирович. Михалыч. Возьмите мой кофе, пожалуйста. Ну не сердите, нам с вами еще работать вместе. Ладно, так уж и быть. Простите. Здравствуй, это я. Лариса, ты не знаешь, где моя камера? Я не знаю, где твоя камера. А Никита не увез? Никита увез. Ну, я спрошу. Спроси. Да, пока. Пока. А вы действительно после развода хотели покончить жизнь самоубийством? Вы что, издеваетесь, что ли? Я когда развелся, начал пить, гулять и веселиться, что делаю по сей день. Я так и думала. А что такое развод? Новый этап. Новая серия. Продолжение следует. Ну, один мой знакомый 8 раз был женат. И ничего. Ну уж нет, больше никаких свадеб. Опа. Как Гоша? Вы доктор Брагин, вы Гошу оперировали. А ты, судя по всему, та невеста, от которой все прыгают с 8-го этажа? Сказали, к нему не пускают.
Правильно сказали. Иди домой. Вы тоже думаете, что я виновата, да? Честное слово, ну не виновата я. Ну просто он оказался слишком впечатлительным. Иди давай, забирай свою новобрачную. Катя, пойдем отсюда. Он сказал, что если я ему изменю, то он выкинется из окна. Правда же, один раз всего лишь поцеловались с Лешей, а Гоша это увидел. Все говорят, что выкинуться из окна, и никто не кидается. Ты решила проверить? Катя, кому ты тут объясняешь? Нас к Егору все равно не пропустят. Слушай меня внимательно. Я все узнал. У него состояние средней степени тяжести. Пойдем отсюда, Катя, пойдем. Что такое средней тяжести? Нормально все будет с твоим женихом. Нормально все будет. Пойдем. Спасибо большое, доктор. На здоровье. Детский сад. Хотите анекдот, Лариса Николаевна? Доктор, мне жена изменяет, а рога не растут. Ну, правильно, не растут. Так не бывает, это все выдумки. А я думал, нехватка кальция в организме. Брагин, уже в операционную пора. Лариса Николаевна, вас в приемном ждут. Да, Брагин. Что? Я просто сказала «да, Брагин». Выброс гормонов при виде новой особи? Да ну ладно, что ты говоришь глупости? Да. Потом Лариса, она... Да не моя вкусе. Женщина-начальник? Нет. Это не для меня. Да? Только не делай вид, что тебе все равно. Ты же думал, что Бреславец тебя назначит замом. А он тебя тобой, ну не знаю, пожертвовал? Ну что-то какие-то пафосные слова. Пожертвовал. Сказок мне не рассказывай, я же знаю, что тебе это неприятно. И что у тебя ничего нет, ни семьи, ни интересов, ни хобби каких-то. У тебя работа и я. Да. Секунду. Ну почему? У меня есть разные увлечения, там, хобби. О! Мы с пастухом в футбол играем, чем тебе не хобби? В футбол играете, да? Да. Интересно. У вас с пастуховым одно хобби — лишнее дежурство. А у меня к тебе есть предложение. Да. Уютно. А давай-ка я буду ждать тебя у тебя дома на ужин. Явишься? Надо посмотреть мой график. Он у тебя очень плотный? Да, он у меня очень плотный. Совсем плотный? А он у меня такой плотный. Вот еще ничего нельзя. Ай, главное, не боюсь щекотки. Не покусай, да? Не закусай. Извините, это разве не пятая палата? Пятая напротив. Я еще не очень здесь все знаю. Олег Михайлович, начали поступать из маршрутки. Ага, сейчас я буду. Прошу вас. Пустите меня! Тихо! Он во всем виноват! Ничего! Доктор, скажите, а мой папочка будет жить? Конечно, будет. Доктор, а если он умрет? Ну что вы такое говорите? Не умрет. Не умрет? Нет, конечно. Обещайте. Мы сделаем все, чтобы спасти вашего папу. Мамой клянусь. Спасите. Спасите, пожалуйста, доктор. Спасите моего папочку. Вы тут
Вы сейчас подождите, хорошо? Да. Вы сейчас тут постойте и подождите. Я приду сейчас. Ну, иди, Йох. Не завидую я этой Ларисе Николаевне. Первый день сразу такое. А кто такая? Это Лариса Николаевна. Ну, ты не знаешь, новый зам по хирургии. Новый зам? А ты не в курсе? Так, Эмма, я сейчас вернусь. Алло. Алло, женщина, кто вы? Отдайте трубку мужу, где Вовик? Ну что, как? Стабилизировали. Так, подаем в операционную. Ну что ты спишь, давай. Спасли убийцу. Что ты бубнишь, а? Ты что, прокурор? 18 человек выехал на встречную. Убийца. Эмма, потом поговорим. Мое мнение имею право выразить. Эмма. Тихо, спокойно. Не двигайтесь, это опасно. Тихо. Осколки пройдут глубже, хуже будет. Успокойтесь. Отойдите от меня. Жените, отойдите, спокойно. Хорошая девочка. Все. Тихо. Сейчас мы из тебя снова красавицу будем делать. Костик, ну что ты спишь, а? Держи. И часто у вас такие ДТП? Не жалуемся, это же Москва. Раз Москва, конечно, может все оправдать, получается, да? Так. Если вы устали, можете идти домой. Вы не хотите со мной оперировать? Нет, я просто видел график вашего дежурства. Вы пошли на вторые сутки, надо отдыхать. Я не устал. Послушайте, надо мной и так слишком много начальников. Если вы хотите что-то сказать, только так и говорите. А что говорить? Ну, вы же наш босс. Вы же должны нас распекать за неуставные отношения на рабочем месте и так далее, и тому подобное. Выделяю артерию, зажим. Олег Михайлович, почему вы думаете, что вы так всех волнуете? Мне вообще дела нет. Ближе ко мне, Спайк. Да, вижу, спасибо. Я здесь, чтобы работать. А у нас с вами неплохо получается. А мне кажется, селезеночную артерию надо было еще раз перевязать. Анестезия кончается. Еще 10 минут и будете зашивать без наркоза. Все прекрасно. Костик, слышал, что тебе тетя сказала? Да, зашивай. Молодец. Дайте я за вами поухаживаю. Спасибо. По левому дренажу, по диафрагменному. Артериальная кровь. Это нормально? 1-0. Идите, Олег Михайлович, ваш пациент. Он вам поможет. Продолжаем оперировать. Ты уже знаешь? Здесь могли быть мужчины в трусах. Так ты что? Ты с самого начала знал? Пилочка, что я мог сделать? Да откуда она вообще взялась, эта Лариса Кузнецова? Откуда ее вытащили? Куликов, мне все равно. И Брагин ее уже хвалил. А тебя вытерли ноги. А тебя вытерли грязные ноги. Пилочка, не пили. Ты обо мне подумал? А при чем тут ты? Ах, вот так, как ты заговорил. Да я с тобой твою жизнь живу. Я с тобой свою жизнь живу. Я ради тебя. Что ты ради меня? Да я тебе все отдала. Я тебе тоже все отдал. Я тебя люблю. Ах, вот ты как. Я сейчас... Уйдешь и хлопнешь дверью, я знаю.
Салам, подождите. Так, что тут? Ага. Так, значит, еще. Ага. Три, пятый туда же. Ага. Все, можете идти. Хорошо. Смотри, куда идешь. С ума сошел? Простите. Я не специально тут. Простите. Простите. Эй, а? На бумажке кто будет собирать? Пушкин? Спасибо. Простите. Вы доктор? Мне надо карту на подпись врачам отнести. Это куда? Ты новенький? Да, я первый день. Понятно. Ну что, новенький, пойдем. Все тебе покажу. Олег Михайлович, подождите. Второй регенторский кабинет опять не работает. Света, что подожди! Что с ним? Ушибы мягких тканей, большие повреждения правой ноги. Травматолога сюда! Перекладываем на И. Раз. И. Я И. Мужик ты или нет? Обезболивающий я бы. Давай давление померим. Я ставлю центральную вену, буду ставить еремку. Боишься пневмоторакс? Боюсь. Кажется, все в порядке. Полина, где у нас наборы для центральной вены? Сейчас посмотрю. Закончились. Ну как они? Ну, везите в травматологию, там сделают. Иди сюда. Пойдем в травму. Полина, ставь периферию. Девушка. Девушка. Пить. Что такое? Пить. Угу. Сейчас. Только не глотаем, промокаем. Ясно? Мне нельзя умирать. Не умрете, вы все в порядке. Мне нельзя умирать, пожалуйста, доктор. Да, да. Мне надо сказать ему, что я его люблю. Я не сказала. Тихо, тихо, тихо. Не спим, да? Не спим. Со мной разговариваем. Он не знает, что я его люблю. Поэтому все так. Скажите ему. Теперь скажу. Скажете, когда поправитесь? Сейчас о себе думайте, ладно? Я скажу. Думайте о себе сейчас. Дышим. Дышим и не спим. Я очень его люблю. Более 15 пострадавших. Большинство везут к нам. Одна беременная, последний триместр. Без сознания, сильная травма головы. Что, Лариса, как она? Откровенно? Разумею. Вы же знаете, что у нас за народ. Один Брагин чего стоит, да и Пастухов упрямый. Как они отреагировали? Беспорядка, обломов не было. Революцию, я надеюсь, тоже никто не готовит. Все приняли как должное, теперь работаем с Куликовой. Но она, по-моему, больше волнуется, чем наша. Так. А ты, кажется, тоже считаешь, что она не справится, да? Я этого не говорила. Но вы же знаете, когда у нас массовая травма, тут настоящий дурдом, похлеще, чем психиатрия. Хорошо, пошли. Ушибы мягких тканей, подозрение на разрыв внутренних органов, возможно, внутреннее кровотечение. Давайте анестезию, готовьте к операции. У меня все операционные заняты, мне нужно переделать расписание. Отменяйте плановую, готовьте операционную на стол срочно. Ну, это вам легко сказать. Милочка, миленький мой, ну я помню про вас, имейте терпение, сейчас с вами займется доктор. Какая операционная свободна? Никакая, можете тут оперировать? Не могу. Паралин 3:0. Петр Викторович, они закончились. Как закончились? Вы что, стоите быстро? Много? А зачем операционная? Надо дренировать плевральную полость. Ясно. Готовьте четвертую операционную. Олег Михайлович, я привез ее пятую операционную. Там нет мест. У нас срочная внеплановая операция. Ждите, операционных нет. Что делать-то? Да подождите. Поехали отсюда. Что у вас? Разрыв печени. Готовьте его к операции. Павлов, у вас третья операционная лапароскопия. Я не Павлов. Я Федоров. Простите, коллега, я завтра буду всех знать по именам. Если мы доживем до завтра.
Михалыч, что, я? Не-не, то работай, работай, девочка. Ну что, как она? Ну, для первого дня справляется. Первого? Справляется, справляется. А вы все Брагин, Брагин, Брагин. Вот мои кадры, понятно, нет? Так что я смогу скоро, кажется, отдохнуть. Куда вы едете, стоп? Оставляйте ее пока в коридоре, здесь мест нет. Тихо. Подпишите? Куликов лих справляется. Да уж, теперь, друг мой дорогой, тебе не позавидуешь. Я Полину в коридоре встретил, прошла, даже не поздоровался. Ангел смерти. Но я все равно считаю, что на эту должность должны были назначить тебя, потому что ты лучше, и ты сам это знаешь. Да какой из меня начальник? Ну, я глупость человеческую не переношу, как удар по печени. А начальник должен любить чужую глупость и уважать свою. Хотя мне надо, кажется, я вообще не знаю, для чего гожусь. Все труднее с годами, социальные связи. Даже я не понимаю, чего ты добиваешься. Ну, не знаю. Олег, ты вообще чего-нибудь добиваешься? Добиваюсь высокой производительности труда. Ну, а по-хорошему, тебя надо делать начальником. Но нельзя, потому что я совсем обнаглею и сяду тебе на шею. И Шина так считает. Ну, а потом, грех тебя на административной должности использовать. Ты оперировать должен. Лариса Николаевна тоже хороший хирург. А женщин не жалко. Их много. Они все выдержат. А, правда? Ну куда нам травму еще? У нас травма переполнена. Да не надо нам больше везти. Послушайте, да что же вы не понимаете, что ли? Откуда я вам возьму врачей? Откуда? Плановая отменяется. Третью операционную освобождаем. Так, Марина Леонидовна, весь резерв, первый отрицательный, в третью операционную срочно. Ну что, да зашиваемся? Еще троих нам везут. Ну, в конце концов, что мы, резиновые, что ли? Так, позвоните Симакову. Правда, у него закончилось дежурство час назад. Позвонила уже? Замечательно, молодец, Карманова. У нее сын рожает. Ну, в смысле, жена сына. И что? Что, ну сейчас позвоню? Называйте всех. Ну, а я чем занимаюсь, Михайлович? Чем я занимаюсь? Хорошо. Анна Ивановна, это Шейна. Вы меня извините, но вам придется приехать. Да, это... Да подождите вы со своими журналами-то, господи. Срочно, срочно!